Привет! Сегодня мы будем искать максимальное и минимальное значение из элементов числового массива. Из стартовых данных у нас будет числовой массив numbers, а еще создадим две переменных типа int. Первая будет с названием minNumber, а вторая maxNumber. Изначально они обе будут равны нулю. Но под конец в первой будет храниться минимальное значение массива, а во второй – максимальное. Логика нашего кода будет следующей. Мы будем обходить по одному элементу наш массив и сравнивать каждый элемент с тем значением, что сейчас хранится в переменных. Если элемент массива оказывается меньше минимального на данный момент числа или больше максимального, значит, нашей переменной мы присваиваем то же значение, чему равен элемент массива. Ну что же, начнем. Пишем цикл for, где в качестве счетчика создаем переменную i, равную нулю. Условие выхода будет вот такое, а каждую итерацию i будем увеличивать на единицу. А в теле цикла сначала сравниваем элемент массива с индексом i с нашей переменной, где должно храниться минимальное значение. Если элемент массива оказывается меньше, то переменная теперь равна этому элементу. Если элемент оказывается не меньше, то ничего происходить не должно. Все остается как есть, поэтому продолжение мы не пишем. И делаем то же самое для переменной с максимальным значением. Только теперь значение ей меняем, если элемент массива оказывается больше. Теперь, после обхода всего массива, в переменной minNumber у нас будет храниться минимальное значение, а в переменной maxNumber – максимальное. Чтобы проверить, после цикла выведем обе переменные в консоль. Запускаем нашу программу и проверяем. Получилось! На сегодня все. Пишите свои вопросы и предлагайте новые темы в комментариях. Всем удачи и чистого кода!